Всем привет! Вчера получил вот такой интересный документ по почте с уведомлением за подписью судьи Чех. Кстати, подпись чем-то напоминает, не знаю что, но что-то напомнило. Сургутский городской суд возвращает вам волеизъявление. Одно и второе. Об ознакомлении с материалами дела, предоставлении копии протокола судебного заседания, аудиопротокола, копии определения о принятии административного искового заявления, поскольку использование изображения сотрудников прокуратуры и формулировки воли заявляю, приказываю, распоряжаюсь, поручаю, требую, являются неприемлемыми в административном судопроизводстве и никакую норму, главное, не приводит. Вам необходимо обратиться в заявление, в котором изложить просьбу. То есть он хочет, чтобы я не требовал, а опросил к суду в соответствии с правами, предусмотренными КАС РФ. Открываем КАС РФ. Статья 45. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. Административные исковые заявления, заявления, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде. Что я сделал? Иной документ в электронном виде понял. Ну, давайте посмотрим, кто же вот так озадачило в этом волеизъявлении. Вот такое волеизъявление на 4 страницы. Я делаю вывод, что оно составлено безупречно, потому что иначе как до вот этого изображения докопаться больше не до чего было. И вот до этой фразы. Все. Все остальное в полном идеале. Больше докопаться не до чего. Однако вот как-то странно Геннадий Викторович выбрал именно изображение сотрудников прокуратуры. То есть изображение Фемиды его не смутило, и изображение сотрудников ОМВД тоже не смутило. Но я делаю вывод, что из всех вот сотрудников прокуратуры тут, ну, самый странный вид, наверное, у прокурора города Сургут. Наверное, взгляд Балина ему не понравился. Но, честно говоря, когда вот я снимал это видео, я тоже немного в шоке был от того, какой вид у прокурора на встрече жителей города Сургут с губернатором. До меня дошли слухи, что сотрудники прокуратуры города Сургут были очень удивлены, увидев вот это видео, зная, как себя ведет прокурор у себя на работе, какой у него там деловой вид, вот так он официально выглядит, немного строгий, наверное. А тут получается, вот такой вот, как, что тут поделаешь. Этот ответ я получил примерно за полчаса до назначенной беседы 20 февраля, 17:10. Я отслеживал это время и в 17:10 позвонил секретарю судьи Чех. Слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Это 515, да, кабинет? Да. А вы там уже собрались по поводу Антона Николаевича Булгакова? Его еще нет, в принципе, да, но сейчас беседы идут. Так его и не будет. Его не будет, а это кто? А это Антон Николаевич Булгаков. Угу, хорошо. Я вам там через Газ правосудия отправил свое волеизъявление и все ходатайства. Хорошо. Так что назначайте открытое судебное заседание, будем общаться при всех. Они за закрытыми дверями при судебных приставах. Алло. Да, я вас слушаю. Так и передайте Чеху. Угу. Там через Газ правосудия я вам дважды отправил. К материалам дела приобщил свои все ходатайства. И плюс еще простыми обращениями отправил. Вы их до сих пор, кстати, не зарегистрировали. Не направили к этому суде. Почему? Я ничего не знаю. Ну как ничего не знаете? Ну через 109 он передаст. 16 числа, 4 дня назад, я направил обращение все ходатайства, требования и волеизъявления. Я не могу сказать по этому поводу. А в какой срок направляется из этого отдела судье? Ну как к нам поступает, так мы и направляем. Нет, меня не интересует, как у вас это устроено, меня интересует, как по закону. Ну, я вам не буду объяснять. Не будете? Да. Обязаны. А кто там пришел на беседу? Все стороны явились. Все стороны? И истец тоже, да? Ну, кроме вас. Ну, значит, не все.
А со стороны прокуратуры города Сургут кто явился? Они могут сказать, у нас другие еще беседы идут. А мы можем побеседовать удаленно по телефону? Нет, мы не беседуем удаленно по телефону. Да, же. А по скайпу? Нет, мы не беседуем по скайпу. Ну, а через другие мессенджеры? Заявляйте. То есть можем, такое возможно, да? Ну, если вы находитесь в другом городе. Ну вот я вам делаю устное обращение, примите его, передайте этому судью всех. Я не принимаю. В смысле не принимаете? Все заявления через 109 кабинет. Ну как это все заявления через 109 кабинет? Если вы мне звоните, уведомляете, делаете телефонограмму, и вы это, как вы, то у вас котируется. А обратно у вас устные заявления не котируются. Это как-то? У вас что, односторонняя связь по телефону? Алло. Да, я вас слушаю. Ну так что, вы там позовете кого-нибудь, нет? Нет, я не смогу никого позвонить. Ну, а громкую связь включить, чтобы я с ними поговорил? У нас телефоны не позволяют включать громкую связь. Да? Ну, пускай трубку возьму. Кто возьмет трубку? Ну, ответчики. Кто там явился? Ответчики ожидают вас. А что ожидать-то? Я же написал, что не приду. Вы что хотите? Вы хотите, чтобы я с вами один на один закрылся в кабинете, что ли? Вы что, издеваетесь, что ли? Я не самоубийца. Вы мне там что-нибудь провокацию какую-нибудь строите? Я не знаю, какой вам. Ну что не знаете? Вон, если у вас женщина со скамеек скидывает по незаконному решению шерстобитого. Ну что, не отказываются разговаривать? Я их не приглашала. Ну, пригласите, пожалуйста. Хотите, беседуйте с ними. Ну, вот, я и хочу с ними побеседовать. Пригласите их, пожалуйста, к телефону. Я не смогу, это мое рабочее место. Как я смогу пригласить? У меня громкой связи нет. Это не ваше личное рабочее место. А рабочее место должностного лица. Правильно? Я вам всю информацию предоставила. Ну, то есть вы отказываетесь, да, проводить беседу по телефону? Я вам всю информацию предоставила. Я вас понял, вы отказываетесь. Я вам всю информацию предоставила. Я вас понял, вы отказываетесь. Всего хорошего. Благодарствую. Вот так мне трижды отказали в беседе по телефону. А судя логике из данной отписки Геннадия Викторовича, следует вывод, что изображение сотрудников ОМВД допустимо изображать. Фемиду тоже. Вот только сотрудников прокуратуры почему-то нельзя. Странно, какое-то предвзятое отношение у судьи к прокурорам. Ну, то есть, из этой отписки что еще следует? Что они просто не знали, как отказать в ознакомлении с материалами дела. Потому что я затребовал ознакомиться с материалами дела, предоставить копию протокола судебного заседания. И все это предоставить через ГАЗ правосудия. Вот я тут прям пишу, что требую через ГАЗ правосудия все. Чтобы данные материалы были прикреплены именно вот сюда, вот документы по делу. Все, что они сюда прикрепили, так это только определение о назначении беседы. Так что, народ, можете смело использовать как минимум текст данного волеизъявления, потому как я уверен, что Чех не в одиночку готовил данный ответ. Они там постоянно советуются между собой. Вообще, изображения вот такие я уже месяца два вставляю во все свои волеизъявления. Затребы, жалобы, заявления о совершенных преступлениях. И впервые на данное изображение пожаловался именно судья Чех. Ну, видать, не смог найти другой причины отказать в ознакомлении с материалами дела. Мне поступают и другие смешные ответы. Вот, например, прокуратура ХМАО ответила, что по результатам проверки доводов ваших обращений, сообщая, что УПК РФ предусмотрены требования к форме заявления о преступлении и порядку его подачи. Согласно статье 141 УПК РФ, письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. Кроме того, заявитель должен быть предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ. Открываем статью 141 УПК РФ. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленной статьей 143 настоящего кодекса. Открываем статью. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт.
об обнаружении признаков преступления. Рапорт они не составили. А зачем? То есть они постоянно нарушают законы. Опять идут на крайние меры. Что судья Чех, что начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Игушев ЕЮ. То есть они уже не знают, как еще открутиться от моих заявлений о совершенных преступлениях. Как еще? А еще Игушев забыл приказ 212 и приказ 45 Генеральной прокуратуры о том, что все обращения, которые содержат признаки совершенного преступления, должны быть зарегистрированы в КУСП, в книге учета совершенных преступлений. И должны вот здесь использовать буковки КП. То есть они все мои заявления о совершенных преступлениях переводят в простые обращения. Уже не знаю, как отписываться, потому что все их доводы, я каждую такую отписку обжалую, и они уже не знают, какие еще доводы придумать, чтобы это оправдать свои незаконные действия. И получается, что змея не просто укусила себя за хвост, так она еще и на сковородке уже начинает извиваться по-всячески. Уже начинает и придумывать, что изображение прокуроров нельзя использовать, и волеизъявления нельзя делать. В общем, им, я так понял, совсем стало тяжело. Пустые ответы они не могут присылать, как они уже делали. Вот пытаются придумывать какие-то новые отписки. Обязательно и ту, и другую отписку обжалуем, и посмотрим, что они в следующий раз придумают. На этом все. Следите за новостями. Всем благодарствую.